Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Благодарю за приглашение. Рад нашей новой встрече. Мы с вами встречались и в прошлом месяце, и в этом месяце имели возможность обсудить достаточно подробно двусторонние отношения и констатировать позитивную динамику в этих отношениях. Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я еще раз хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании Карабахского конфликта. 2 года назад подписана трехсторонняя декларация положила конец многолетнему конфликту. Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И, конечно же, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, это будет не первая наша встреча. По вашей инициативе такие встречи проходили, и я вижу, что давали очень хороший импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул 5 основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история, он был решен 2 года назад, поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов, и рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей. Спасибо еще раз за приглашение.